Добрый день всем! Хочу показать сеянцы мурая метельчатой. Многие спрашивают, когда начинает плодоносить мурая метельчатая. Отвечаю, зацвести она может 2,5-3 месяца. Плодоносить она может начинать где-то вот с этого возраста. Ну и в зависимости от ваших условий. У кого-то начинает плодоносить в полгода. У кого-то вот в таком раннем юном возрасте, у кого-то начинает плодоносить в год. Бывает, что растения зацветают очень рано, но выносить как бы плоды, ягодки сложно. Поэтому как бы цветет, цветы, бутончики усыхают, вот, а плоды не завязываются. Но чуть позже, когда растение уже в силах выносить эти ягодки, оно уже начинает плодоносить. Ну вот я хотела вам показать два вот экземпляра, они практически одного возраста, где-то, я же говорю, в районе, ну, точно я, конечно, не засекала, но где-то так вот около 3,5 месяцев, ну, 3-3,5, не больше. Вот, и, значит, один сеянец, как вы видите, уже, значит, цветочки были, то есть растение, вот сейчас посмотрим, как раз бутончики отвалились, то есть растение отцвело. Ну вот, вот пимпочки есть на концах, но еще непонятно, есть зависть или нет. А вот у этого уже явно прослеживается, значит, бутончик был, был цветочек, растение процвело, и вот, вот такая вот пимпочка, то есть ягодка растет. Вот, вот у такой вот малышки, значит, уже вот формируется ягодка. Честно говоря, все время впечатляюсь растением мурая метельчатая, которое может вынашивать ягодку в таком вот вообще очень юном возрасте. Значит, в отличие от мурая голландской, которая зацветает непонятно на каком году жизни, это зацветает совсем с юных лет. Вот такая вот мурайка метельчатая. Ну, вот это видео было посвящено вот такому вот маленькому хвасту.